стоял вот этот сарай, он до сих пор так же стоит, ничего не изменилось. И когда я туда смотрю, вот эти вот ностальгии детства, о детстве, вот это все опять появляется, вспоминается, как это было. И поэтому вот это место мне очень представляет, как память, дорогое место. Пойдемте дальше. Заметил, проходил мимо, снимал вот эти старинные дома там с правой стороны. А тут росли деревья, шел как бы боком и не заметил. И в этот момент начал звонить колокол, вечерняя молитва была. И как раз почему я придал именно старинный вид, вот этот старый. Каждый выступ, уж они кто-то что-то покупают. Значит, если у кого-то будет желание купить какую-то фотографию, значит, можно обратиться к автору и через него уже договариваться. Спасибо вам большое, Эльмира Амирович. Нам очень приятно выставить сегодня работы нашего земляка, нашего горожанина. Мы стараемся как больше людей выявлять творческих именно наших. Потому что очень хочется, чтобы наши бавлинцы знали своих творческих одаренных людей, чтобы еще больше расширялся наш кругозор благодаря картинам, фотовыставкам, всем другим мероприятиям, которые вот мы тут проводим. Спасибо всем большое. Еще можно походить, посмотреть. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Через лес ходите, наверное, много чего денег, да? Помните, мы с тобой встретились.